Всем привет! Сегодня я засниму немножко нашей стройки. Сначала покажу вам виды возле нашего дома. Очень красивое место. Водохранилище. Оно, правда, немножко уже заросло все. Ну, не все, частично. Но все-таки очень красиво. Мне очень нравится сюда приходить. Когда мы приезжаем на стройку, я каждый раз сюда захожу. Ну и покажу вам нашу красоту. Вот, смотрите, любуйтесь, какая красота у нас тут. Классное место для пробежки, можно по утрам здесь бегать. Вот такая красота. Сейчас я покажу вам, где наш дом находится. Вон там серенькая крыша. Вот, вот он. Видите? В общем, вид супер. Теперь я спущусь и покажу, на каком этапе у нас сейчас идет стройка. Декабря тебе эти заштукатурят уже. В ноябре сказали будет штукатурить. А, в ноябре будет. Ну нормально. Ну все нормально. Если что, может, поставишь немножко выше. Там камин будет с Серегой. А. Серега сам будет делать. Буржуйку потопить. Ну, будет хороший камин. Участки здесь раздавали, которые нужно подсыпать землю или отсыпать. Ну, зато все на одном уровне, будет все красиво. Делают вот сейчас дорогу, машины тут, техника. Все будет очень круто. У нас уже поставили знаки на дороге. У нас главное. Ну, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, наверное, не очень. Ну, кстати, делают тротуарчики. Уже тоже классно. В общем, новенький район, новые дома. Это супер, идеальный вариант вообще. Хоть нам и пришлось очень много подсыпать, наверное, больше 100 машин по 20 тонн. Того стоит. Вот, так что планируем к весне заселиться, а там как получится, как Бог даст, как возможности будут, но мы к этому стремимся, надеемся, что весной получится все-таки.